Сегодня в Кашхабском районе прошел масштабный субботник по расчистке полос вдоль автомобильных дорог. Мероприятия были направлены в первую очередь на санитарную очистку защитных лесополосных насаждений. Ежегодно мы в районе проводим очистку лесополос, прилежащих вдоль федеральных трасс. Значит, и в этом году тоже не исключение. На сегодняшнем субботнике принимают бюджетники, бюджетные организации каждого сельского поселения, фермеры принимают участие. Люди активно вышли. Вышли, как бы, да, у них у всех сроки установлены до конца месяца. Так что в дальнейшем будем продолжать эту работу. И я думаю, в течение месяца мы все как бы приведем в порядок. За каждым поселением был закреплен определенный участок. На участке между Кашхаблем и поселком Чехрак работали администрация Дмитриевского сельского поселения, социальная служба. Ближе к районному центру очисткой занимались фермеры, сотрудники управления образованием, управление физической культуры и спорта, управление сельского хозяйства, администрации Кашхабского сельского поселения. Наиболее массовые работы проводились в Майском и на Тырбовском сельских поселениях. Здесь были задействованы, соответственно, работники администрации поселений, домов культуры, социальные работники, предприниматели, сотрудники дошкольного учреждения. В Волинском поселении также активное участие приняли глава поселения и сотрудники администрации. В целом, субботник прошел на высоком организационном уровне.